Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопиджана Самаюктам Бинда Ванам Манухарам Ванчакалпатаруашакипасиндубевача Патитананг Пабхунебха Вайшнавибхьо Наму Намаха Муканкароти Вачаланг Пангунланг Хетгирим Яткипатамханг Банди Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кешавасача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нараттамам Девинг Сарасватинг Васам Тато Яйо Мудире Шанкиртане Кришна Катхупадеша Гаурия Патрасшо Пракасанеча Садану Ракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамадакша Джагод Барану Дхейям Сада Парибхавагна Мавиштадухам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарана Аравиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Бишпуриджита Кемипикабова Душва Дарши, Пурунану Рагара Сасагара Сара Муртихи, Сара Адхика Майкада Кипам Караши, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану ламбита бхужау канука бодато Шанкиртаной капитару камала йотакшо Вишам бару дижа бару югадхарма пало Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктинча Муктинча Тада Синитам Бхаван Рупен Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нидантара Вивуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманго Мада Пухарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джоша Бадане, Лакшмир Джоша Чабакшаси, Ясиасти Хиде Самбид, Твам Нишинга Махам Хаджи, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Рама Рама Харе Харе Шукхам Индриякам Дайтья Дехо Йогена Дехинам
sarvatra labhati yasmad yatha duksham ajatnataha. Sukham aindriyakam daitya deho yogena dehinam sarvatra labhati yasmad yatha duksham ajatnataha. Gaudiya Goshtipati Гаудия Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал: на протяжении жизни мы сталкиваемся с бесчисленным количеством проблем. И целью нашей является разрешить их и жить спокойно, тем самым обретя спокойную жизнь. Это мышление людей этого мира. Шрила Прабхупад сказал: мы сталкиваемся с бесчисленным количеством проблем, и каждый хочет избавиться от них, и благодаря этому жить спокойно. Но Прабхупад говорит, что это не должно являться нашей целью. Нашей целью должен быть подлинный харибаджан. Куда мы отправимся после смерти? После смерти этого тела. Что будет? Что произойдет с нами? Куда мы пойдем? Где мы окажемся? Прабхупад объясняет, что на протяжении жизни не только мы должны разрешать проблемы. Помимо этого, мы должны вновь и вновь задумываться о нашем будущем, о том, что произойдет с нами после смерти. Об этом необходимо думать постоянно. Люди постоянно заняты поисками комфорта. Но в отношении этого Прахлад Махарадж говорит: никто не хочет проблем. Вы хотите проблем? Вы призываете их? Вы хотите, чтобы они обрушились на вас, на вашу голову? Нет, никто не хочет этого. Прахлад Махарадж говорит: вы не хотите проблем, но они неизбежны. Их невозможно избежать. Мы не призываем проблемы, они приходят сами. И точно так же материальное богатство, наслаждение могут прийти к вам по судьбе, если вам по судьбе эти богатства, удача. Если же вам по судьбе страдать, страданий не избежать. А если вашей судьбой является стать богатым человеком, никто не сможет воспрепятствовать этому. Это произойдет. Таким образом, бессмысленно думать об этом. Бессмысленно стремиться к спокойной жизни, к деньгам, к положению, к славе. Есть люди, которые, даже не ожидая, получают огромное богатство. Лет 40 назад я читал в газете историю одного очень богатого человека из Англии.
Он был невероятно богат. У него не было никаких родственников. Я не знаю, почему так вышло. Тем не менее, одна собака была у него. Прежде чем оставить тело, он завещал все свои несметные богатства своей собаке. Это были огромные богатства. Кто-то показал мне эту газету, эту историю. Еще в то время, 40 лет назад, я сказал, человек, который завещал все свое богатство собаке, сам является собакой. То есть он не знал, как применить эти деньги, как их задействовать. Даже мы здесь, то есть в баджане мы видим, что имеется в виду в среди преданных также есть очень богатые преданные, которые собирают пожертвования и занимаются накопительством. Но Прабхупада предупреждает нас. Нашей целью не является накопительство. Богатство не наша цель. Ведь если мы сосредоточимся на деньгах, и при этом разбогатеем, у нас появится ложное эго, из-за этого мы начнем оскорблять гуру и вайшнавов, совершая вайшнава-апарадхи. Это 100%. 100% все будет развиваться именно так. Кто сейчас подобен Юдхиштхир Махараджу? Кто может сравниться с Амбаришем Махараджи? Притху Махарадж. Несмотря на то, что они были богаты, они эти деньги не испортили их. То есть богатство не испортили их. В наше время пробовать означает накопление денег, то есть пожертвования приходят. То есть сейчас нет, преданные не находят правильного применения деньгам. Если мы сейчас пойдем во Вриндаван, я укажу вам, сколько майявади носят одежды преданных. Если мы приедем в Матхуру, я покажу вам, там открывают огромные колледжи, больницы. На Варшане богатые люди жертвуют и на эти деньги открывают какие-то благотворительные центры. То есть это не преданные, это какие-то религиозные общества, то есть, но тем не менее они занимаются благотворительностью, тем не менее они расходуют, они как-то используют пожертвованные деньги. Но что происходит в обществе преданных? Так называемые преданные накапливают пожертвования. И не находят им правильного применения. Прабхупад говорит, что если нет баджана, если человек сам не совершает баджан, он не сможет проповедовать. Вы не должны проповедовать, если не совершаете баджан. Поскольку проповедь означает изменять
тех, кому вы проповедуете, изменять людей своим собственным примером и с помощью харикатхи передавать им сева-бхаву, то есть настроение служения. Проповедь не означает раздавать четки, давать тем самым харинам. И просто уезжать. В Хари Бхакти Виласе сказано, даже садгуру должен дважды подумать, прежде чем давать кому-то дикшу. Поскольку намерения кандидата на посвящение могут быть неистинными, то есть имеется в виду какими-то корыстными. И поэтому в Хари Бхакти Виласе говорится, что на протяжении года гуру и шишья должны проверять друг друга. Прежде всего, гуру должен проверять ученика, а ученик должен наблюдать за своим будущим духовным учителем. В настоящий момент, конечно же, сложно разобрать, понять положение гуру, поскольку для этого необходимо обладать определенными качествами. Тем не менее, в Хари Бхакти Виласе сказано, что проверка необходима. Если раздавать дикшу без проверки, могут возникнуть проблемы. Но даже и если эта проверка проходит, не факт, что проблем удастся избежать. Гуру или ученик могут пасть даже спустя год проверки. Говорится, что апарадхой считается давать харинам тому, кто не обладает верой в святое имя, тому, у кого нет минимальной шрадхи. Это одна из нама-апаратх. Тем не менее, если мы применим эту формулу, это правило, к представителям нашей Гуру Варги, к Бхактивинода Такуру и так далее, мы увидим, что никто из них не проверял своих учеников на протяжении года, поскольку у них не было времени. К примеру, Прабхупад. Но, то есть прежде чем давать дикшу, Прабхупад точно знал, лишь взглянув на кандидата, он сразу же понимал, что в сердце у этого человека. Именно поэтому они не могли не следовать этому правилу. Они посланники Кришны. Под руководством Махапрабху и Нитьянанды Прабху они пришли в этот мир, чтобы распространять Кришна нам. Соответственно, обладали возможностью видеть сердце, лишь взглянув на кандидата. Видеть, что в сердце. В Чайтанья-чаритамрите сказано, что Гауранга Махапрабху сказал Харидасу и Нитьянанде: идите все, идите и всем и каждому от двери к двери раздавайте святое имя. В связи с этим у меня есть вопрос. Нитьянанда и Харидас распространяли святое имя. Они ходили от двери к двери. Но
разве каждый, кому приходили, они обладал верой? Разве они проверяли, есть у них первоначальная шрадха или нет? Как гласит правило? Нет. Они даже Джагая Мадаю дали святые имена. Джагая Мадаю, которые были пьяницами, разбойниками и выдающимися негодяями. Так почему же они делали это? Ведь давать святое имя тому, у кого нет веры, является намапарадхой. Если я задам вам такой вопрос, что вы ответите? Если вы почитаете комментарии Санатана Госвами, то, что он пишет о намапарадхе, вы увидите. Один момент. Он пишет, что Харинам можно давать падшим. Вы можете говорить святое имя на большие, то есть на большие собрания людей. Тем не менее, если эти люди оскорбляют вас, если они оскорбляют святое имя, вы делать этого не должны. То есть смысл в том, что хоть у тех, кому не каждый, кому давал Харидас и Нитянанда святое имя, обладали верой. Тем не менее, они слышали святое имя, они не сопротивлялись, они не противостояли. То есть говорится, что давать харинам тому, кто обладает демоническими наклонностями и прямо выступает против вас, таким личностям давать харинам нельзя. Но если, вот, к примеру, мы приезжаем в какое-то место, чтобы проповедовать святое имя, люди приходят, и это говорит о том, что у них есть первоначальная вера. Тем, кто против гуру и вайшнавов, тем, кто прямо выступает против, им запрещено давать харинам. Сегодня Авирбхавтитхи, день явления Шилы Вамшивадананды Прабху. Шрила Прабхупад говорит, что проповедовать можно лишь в том случае, если вы совершаете баджан. Если вы обрели силу при помощи баджана, вы можете проповедовать. В противном случае вы не должны делать этого, поскольку вы столкнетесь с проблемами в процессе вашей проповеди. Лучник, точность, меткость, точность попадания лучника зависит от его попадания стрелы в мишень, зависит от мастерства лучника.
If you are failure to change the heart of, you know, somebody in front of you, и если вы не способны изменить сердца слушателей, это говорит о том, что проповедь неуспешна. Ваша проповедь неуспешна. В прошлый раз я говорил. Что реклама и проповедь не одно и то же. То есть проповедь — это одно, проповедник и промоутер — это не одно и то же. Без смирения харинам повторять невозможно. Точно так же невозможно говорить харикатху. Без Тринада Пипхавы никто не сможет по-настоящему проповедовать, воспевать святое имя и говорить харикатху. Так необходима сила. Бхактивинода Тхакур также приводит пример в связи с этим в Бхаджана Рахасе. In Bengal, like a tree, not going to start agitation. Дерево не возражает, не сопротивляется, не просит воды в засуху. Если кто-то приходит, чтобы срубить дерево, оно также не возражает. Оно не сопротивляется. Во время засухи оно не просит: «Дайте мне воды, иначе я умру». Зачем бы ни приходил человек к дереву за листьями, за плодами, за тенью, чтобы укрыться в тени. Даже если человек приходит за его стволом, то есть за для того, чтобы срубить его, использовать как дрова, дерево не сопротивляется. Оно дает все, что бы у него ни попросили. Фрукты, цветы, листья, кору, древесину. И Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Тхакур, показывает нам пример такого смирения. Но мы выходим из себя, мы теряем наше спокойствие, когда что-то, когда сталкиваемся с трудностями. Вспомните случай, когда в Навадвипе противники Прабхупады хотели убить его. Описание этого можно найти во многих книгах.
Позднее даже, то есть, когда это произошло, даже написали об этом в газетах. На Параматале шла большая парикрама, возглавляемая Прабхупадой, а противники Прабхупады начали забрасывать преданных камнями. Многие в тот день получили увечья, но по милости Господа Прабхупад не пострадал. Когда позднее преданные обратились к Прабхупаде с просьбой обратиться в полицию, Прабхупад сказал: «На самом деле эти люди помогли развитию нашей проповеди. Зачем я буду жаловаться на них в полицию? Они благодаря им все газеты напечатали о том, что произошло. Напечатали о нас. Все газеты, это была главная новость. На первой полосе все газеты разместили заметки об этом происшествии. И благодаря этому слава Гаудия Матха широко распространилась. Итак, во время проповеди вы можете встретиться с оппозицией. И представители нашей Гуру Варги, встречаясь с трудностями, встречаясь с оппозицией, не выходили из себя. Но вы злитесь. Я не знаю, насколько успешна ваша проповедь, но вы должны опираться в оценке вашей проповеди на то, что было сказано выше. Почему вы выходите из себя? Почему вы теряете смирение? Почему вы оскорбляете возвышенных преданных? Итак, сейчас мы поговорим о славе Вамшидананда Прабху. Whether you are going in pitching field or you are not going in pitching field, if you are staying in mud, still you are a pitcher. Don't understand. If you are staying in Gauriya mud, Prabhupada говорит, что если вы просто живете в матхе, но при этом всему следуете, следуете сиддханте, может быть, вы готовите или просто моете посуду, кастрюли, или, может быть, моете полы в храме. Что бы вы ни делали, любое служение. Прабхупад говорил, тот, кто живет в матхе по-настоящему, по-настоящему совершает служение, является проповедником, несмотря на то, что он может не проповедовать напрямую. Поскольку они подают пример тем, кто приходит в матх. Вамшидананда Прабху является выдающимся проповедником. О нем не так много информации. В читании Чаритамрити не так много информации о нем. Но в писаниях Кави Карнапура содержится много деталей о нем.
Вамши Вадананда Прабху, аватара Вамши. Он родился в, здесь, в Навадвипе. Здесь много деревень, кули и так далее. И в одной из них родился он. Как вы помните, однажды, когда Махапрабху вернулся с Нилачала Дхамы сюда, пришел в дом Адвайта Ачарьи, а оттуда пошел в Кулью. И там он остановился в доме Мадхавананды, Мадхав Чатрападхьяя. Это был замечательный браман. Итак, Мадхав Чатрападхьяя был великим преданным и к тому же личным спутником Чайтаньи Махапрабху. А Вамши Вадананда является его сыном. И Махапрабху остановился в их доме. На протяжении 7 дней он был там. И вы можете спросить, зачем он пришел туда? Он сделал это для того, чтобы пролить милость на Навадвипа Васи. Преданные там испытывали глубочайшую боль. После того, как Нитьянанда оставил Навадвипу, принял саньясу, именно поэтому он пришел туда и на протяжении 7 дней давал даршан всем и каждому. Как вы помните, когда Вамши Вадананда Прабху родился, Махапрабху присутствовал в момент его рождения. И Адвайта Гасай также. Оба они были в доме Вамши Вадананды Прабху, как гости. Вамши Вадананда Прабху был очень дорог Гауранге. Поскольку Чайтанья Махапрабху прекрасно знал, что он Вамши Аватара. А Вамши очень дорога Кришне. Соответственно, Вамши Вадананда был очень дорог Гауранге. Итак, Вамши Вадананда Прабху подрастал и впоследствии когда ему исполнилось 5-7 лет, он начал служить Вишнуприя Деви. Он пришел сюда, чтобы служить ей. В то время Шачима уже покинул этот мир. Ишан.
и Лишишан, вечный спутник Гауранги Махапрабху. Один он был, оставался там, в доме. Он служил Вишнуприе, а Вамшивадана Прабху пришел, чтобы помогать ему. И еще одна важная личность, которую послал Гауранга служить Вишнуприе, сам послал лично. Он послал, чтобы служить своей маме и Навадвипаваси. Я, к сожалению, прослушала имя. Кто это был? Вамшивадананда Прабху был очень в близких отношениях с Вишнуприе. Он относился к ней как к своей маме, а она воспринимала его как своего сына. Когда Вишнуприя начинала рыдать, безутешно рыдать, Вамшивадананда Прабху, начинал рыдать так, что... То есть он начинал так рыдать и кататься по полу, что Вишнуприя была вынуждена остановиться и начать утешать его, начать утешать этого мальчика. И так он подрастал, он совершал столько служения. Огромное количество служения. Он постоянно, постоянно служил Вишнуприе Деви. Однажды во сне Гауранга Махапрабху пришел к нему. Простите, пришел во сне к Вишнуприе Деви и в то же время к Вамшивадананда Прабху. И одновременно Гауранга дал им одинаковые наставления. Здесь, во дворе, дерево Нима. Оно до сих пор здесь, на Йога-Питхе, под которым я родился. Сделайте из древесины этого Нима мое божество. Сделайте его и установите. Они задались вопросом, ну как ты должен выглядеть? А Гауранга ответил, начните делать, и я подскажу вам. Я просто, находясь в сердце скульптора, буду руководить им. И тем самым я сам себя проявлю. Как это произошло с Джаганатхой, с божеством Джаганатха? Итак, проснувшись, оба они решили срубить дерево и сделать из него божество. И сейчас это божество Дамешвар Гауранга находится в Навадвипе. Гауранга Махапрабху сказал, что я не отличен от этого божества. Он сказал, Вишнуприе, я не отличен от этого божества. Тебе больше не о чем плакать. Я всегда с тобой. Таким образом, это стало первым божеством Гауранги Махапрабху. После того, как Вишнуприя Деви оставила этот мир, произошла еще одна большая история, чудесная, но сейчас нет об этом времени, сейчас нет времени об этом говорить. Как ушла Вишнуприя, она
вошла в божество. Она просто зашла в алтарную, двери захлопнулись, и с тех пор ее больше никто не видел. Она вошла в божество. И спустя долгое время, после ее ухода, Вамшивадананда Прабху решил установить еще одно божество. Брат Вишнуприя Деви служил Дамешвар Махапрабху, а Вамшивадананда Прабху был вынужден жениться, и у него было два сына, Гауранга и Нитьянанда. То есть он назвал своих сыновей Гауранга и Нитьянанда. Гоур и Нитай. И когда женился сын Вамшивадананда Прабху, Гоуранга, у него также появился сын. Внук Вамшивадананда Прабху. И он... И Джанава Деви попросила его у его отца, и ей отдали его. Все они стали жить в Бхагнапаре. Это станция до Калны. Вы знаете, где находится Кална? Если вы поедете в Калну с Навадвипы, вот как раз станция до Калны и есть Бхагнапара. Джанава Такурани принесла божества Кришна Баларама, привезла божества из Кришна из Вриндавана. Там до сих пор находятся эти божества. Она дала дикшу внуку Вамшивадананда Прабху. И вся эта парампара, то есть затем, то есть получилась целая парампара, и она находится, то есть ее представитель находится там, в Бхагнапаре. Или жили там. Когда Шринивас Ачарья приехал на Адипатхаму в Майяпур, Вамшивадананда Прабху и Ишан Такур помогли ему встретиться с Вишнуприя Деви. То есть именно по их милости Шринивас Ачарья обрел даршан Вишнуприя Деви. А своим мизинцем левой ноги она коснулась лба Шринивас Такура, когда он предлагал поклон ей, пролив тем самым на него огромную милость. Итак, Вамшинанда Прабху, аватара Вамши, аватара флейты Кришны. И Шьямананда Прабху, и Вамшивадананда Прабху являются вечными спутниками Гауранги Махапрабху. Сегодня также день его явления.
день явления Шьямананды Прабху. В лилах Кришны Шьямананда Прабху приходит как Канака Манджари, а Вамшивадананда как Вамши, как флейта Кришны. Таким образом, они вечные спутники как Кришны, так и Гауранги. Шьямананда Прабху явился в Орисе, в одной деревне поблизости с Миднапуром. Как только пересечена граница Миднапура, то есть Миднапур и Ориса граничат друг с другом. После Каракпура, если вы поедете в Пури, еще одна деревня, еще одна станция, и там, именно там проходит граница. И он родился как раз в том месте. Отца звали Кришна Мандал. И они принадлежали к низкому сословию. Но с самого рождения Шьямананда Прабху был великим преданным. Это было очевидно с детства. Подрастая, он изучал шастры, вьякарану. Но огромный интерес он проявлял к Харибаджану, не к каким-то мирским наукам. Отец наблюдал за его невероятным влечением к Харибаджану, а также острым разумом, острым умом, как быстро он схватывал санскрит, правила санскритской грамматики, вьякаран, упанишады. Кришнамандал, отец Шьямананды, также был преданным. Поэтому они были благосклонны к его тяге к преданному служению. А отец был богат, он был землевладельцем. Со временем Шьямананда Прабху стал грустить. И отец сказал: «Я вижу, что ты хочешь совершать Харибаджан, поэтому тебе нужно принять прибежище садгуру». А Шьямананда сказал: «Позволь мне, я хочу поехать в Калну. Если ты разрешишь, я сделаю это». Там ученик Гауридас Пандита Харидой Чайтанья. Ну как ты поедешь? Ты же еще маленький. Но если ты позволишь, преданные, которые едут туда, чтобы принять омовение в Ганге, я поеду с ними. Подумав, отец согласился. Поскольку Сиддханта такова, если кто-то хочет совершать Харибаджан, но я не даю ему делать это большой грех, большое оскорбление. То есть, если кто-то хочет совершать баджан, мы должны способствовать этому и давать все необходимое, все, в чем нуждается этот человек. И отец думал, что если я сейчас ему не позволю поехать в Калну, наступит день, когда он будет винить меня в этом.
Это говорит о том, что, то есть, если я не позволю ему, значит, я препятствую встрече с великим преданным. Итак, он вместе с преданными паломниками добрался до Калны и пришел в горе, в Шрипат Горидас Пандита. Прежде чем войти, он предложил полные поклоны и стал плакать. А Хрида Чайтанья, непонятно почему, просто по зову сердца, вышел из Баджан-Кутира и увидел этого юношу. «Как тебя зовут?» — он спросил. Тогда его еще не звали Шьямананда. Впоследствии Хрида Чайтанья назвал его Дукхи Кришнадас, но изначально его звали Кришнадас, то есть отец его назвал Кришнадас. Итак, он получил посвящение у Хрида Чайтаньи. Хрида Чайтанья сказал: «Сегодня ночью мне приснился сон, что кто-то придет ко мне. И целый день во мне, то есть я было предчувствие, что кто-то идет, кто-то ко мне идет. И то есть я ждал тебя». Шимада сказал: «Я Кришнадас, и я хочу служить твоим лотосным стопам. Пожалуйста, дай мне дикшу, и я буду совершать служение по твоим руководствам». Он дал ему инициацию и сохранил прежнее имя, но добавил Дукхи, Дукхи Кришнадас. Он приносил огромное количество воды с Ганги для того, чтобы совершать служение, чтобы готовить, чтобы мыть храм. То есть он приносил горшок с Ганги, горшок с водой, выливал его в емкость и шел снова. Ганга находилась далеко. И так он служил так, таким замечательным образом, что его гуру стал очень доволен им. И впоследствии сказал ему: «Отправляйся во Вриндаван и под руководством Джива Госвамипада постигай шастры. Посмотрите, какое настроение». Сейчас, если кто-то отпросится у своего духовного учителя послушать харикатху какого-то возвышенного вайшнава, он будет за это наказан. Но это не есть харибаджан, это проявление зависти. То есть, в первую очередь, баджан не могут совершать те, у кого есть зависть. Порой, глядя на преданного, можно подумать, у него совсем нет зависти, он так замечательно почитает окружающих, но я, глядя на таких людей, вижу, что полно у них зависти. Просто они настолько искусны в общении, что
ухитряются спрятать свою зависть. Каков признак чистого преданного? Если вы будете оскорблять его, если вы не будете обращать на него внимания, если вы будете причинять ему много, доставлять ему много проблем, он не будет вам сопротивляться, не будет противостоять. Никакой реакции не проявит. Он будет продолжать говорить харикатху. Поскольку его харикатха — это не инструмент для сбора денег, славы, почета. Кто угодно может оскорблять его, выступать против него, препятствовать его проповеди, критиковать его, выгонять его. В его сердце не произойдет никакой реакции на это. То есть он не проявит никакой реакции, поскольку он рассказывает харикатху, говорит харикатху для того, чтобы удовлетворить Бхагавана, исключительно для этого. Итак, Хридой Чайтанья дал наставление, не разрешение, а наставление. То есть он сам сказал ему: ты должен идти во Вриндаван к Дживе Госвамипаду, обучаться у Дживы Госвамипада. Итак, по наставлению Гурудева, он отправился во Вриндаван. Придя к нему, он предложил свои поклоны и попросил о прибежище. «Мой Гурудев прислал меня к тебе». На самом деле, Хридай Чайтанья написал письмо. И он, Шимананда, принес его с собой, вручил его: «Дживи Госвами, мой Гурудев дал мне наставление жить подле вас». Дживи Госвамипад был очень счастлив принять Шимананду. В то время Шриниваса Ачарья и Наротам Дас Такур уже были с Дживи Госвами. Гуру Шриниваса Ачарья Гопалбата Госвами также направил своего ученика к Дживи Госвами. Также Наротам Дас Такура, его духовный учитель Локананда Дас Госвами, направил к Дживи Госвами обучаться. Никакой зависти, посмотрите. Шьямананди Прабху была поручена особая сева, особое служение. Джива Госвами поручил ему подметать. То есть мы сейчас называем его Шьямананда, но в то время его звали иначе. Его звали Духи Кришнадас. Я просто для того, чтобы для упрощения понимания, я называю его Шьямананда. Шьямананда, имя Шьямананда, он получил от Радхарани. Итак, он подметал Нидуван. Рупа Госвамипад, Санатан Госвамипад написали много книг. Расамрита Синду, Брихат Бхагаватамриту. Много, бесчисленное количество книг были написаны Госвами. И все эти шастры они изучали под руководством Дживы Госвамипада. Помимо всего, Дживы Госвамипад написал Сандарбхи, и их они постигали под руководством самого Дживы Госвамипада. И как раз в это время
Джива Госвамипад поручил Дуке Кришнадасу очищать Нидуван, подметать метлой. И каждым утром, очень-очень рано, он шел в Нидуван и начинал очищать его. И так однажды он обнаружил ножной колокольчик. Очень красивый и дорогой, в действительности был трансцендентным. Он взял его и был поражен его красотой. Он осторожно замотал его в узелок на своем чадаре. Завязал в узелок. А между тем пришла юная гопи и спросила: «Ты тут не видел ножной колокольчик?» Он ответил: «Да, я нашел его. Дай, пожалуйста, его мне». Почему я должен дать тебе? Это на самом деле он принадлежит моей подруге. Это была сама Вишакха. Сама Вишакха Саки. Но он ответил: «Я отдам его только хозяйке, только тому, кому он непосредственно принадлежит». А принадлежал он Радхарани. Итак, Дуки Кришнадас проявил смекалку, то есть показал сон. То есть. Между тем он увидел, что Радхарани за деревом, она подглядывает за происходящим. И она показывает, это моя, отдай ей. И увидев сияние, исходящее от гопи, от Радхарани и от Вишакхи, он обезумел. Он был поражен. Он понял, что это не обычные девушки. Тогда он вручил этот колокольчик Вишакхи, а Вишакха передала его Радхарани. Радхарани была очень счастлива, очень рада. Она сказала Дуке Кришнадасу: «Иди прими омовение в этом озере, а затем приходи ко мне». Сама Радхарани сказала это. Когда он сделал это, когда он вышел из пруда, он понял, что его тело превратилось в тело гопи. Он понял, что теперь он стал прекрасной гопи. Он больше не юноша. И так он потихоньку подошел к Радхарани, а Радхарани сказала: «Садись». Она, теперь он уже не был юношей, она села, гопи. А Радхарани подошла к ней и со своим ножным колокольчиком. Знаете, наносят на ноги красную краску. Она прикоснулась колокольчиком к этой краске на стопах и затем сделала отметку на лбу Шьямананды. Возможно, вы видели такой тилак. Шьямананда Паривары наносит именно такой тилак, тилак такой формы. Этот тилак невозможно было смыть, он был вечным. Она благословила ее и сказала: «С сегодняшнего дня тебя будут звать Шьямананда.
и благословила. Когда Шьямананда пошел назад, он обнаружил, что его вечная сварупа больше не проявлена, и он опять стал юношей. Радхарани не может встречаться с мужчиной. Она никогда не встречается, не говорит ни с какими мужчинами. В ее жизни один из мужчин — это Кришна. Именно поэтому все произошло именно таким образом. Когда он пришел, когда Шьямананда вернулся к Дживи Госвами, Джива Госвами удивился, глядя на его тилаки, спросил, что это. Он объяснил ему все, что произошло. И Джива Госвами был невероятно счастлив слышать об этом, начал обнимать его и сказал, только никому не говори, никому об этом не рассказывай. Пусть это будет твоим секретом. Но между тем, повсюду разлетелась новость, что Духи Кришнадас пренебрегает наставлениями своего гуру Джива Госвамипада, что якобы он начал ставить какой-то свой тилок, и он не следует Джива Госвамипаду, и помимо всего он еще и имя изменил. Теперь его зовут якобы Шьямананда. И Гурудев, его дикша-гуру, то есть эта новость распространилась повсюду, дошла до Калны, и его гуру сказал, что как он смеет, я дал ему инициацию, а он пренебрегает моими наставлениями, он изменил мое, изменил имя, которое ему дал, взял в руки данду и хотел его уже пойти побить. Или даже он пришел к нему, а Джива Госвами подсказал, то есть между тем, когда его гуру Хридо Читания был зол на Шьямананду, сама Радхарани пришла к нему во сне и сказала, ты кто такой, чтобы наказывать его? Это я сама ему тилок поставила. Ты что, возражаешь? Я имя ему дала и тилок поставила. Ты кто такой, чтобы ругать его за это? Ты спутник Кришны, а он, она, моя спутница. И его на самом деле зовут Канака Манджари, его сокровенная сварупа Канака Манджари. Поэтому ты не имеешь никакого права наказывать его. И так Хридо Читания был поражен. То есть он действительно пришел во Вриндаван, чтобы наказать своего ученика. Но когда он этот сон увидел, он попросил прощения, обнял его с любовью. И сказал, конечно, я не возражаю. И сказал, ну, после того, как ты завершишь обучение у Дживы Госвамипада, пожалуйста, возвращайся ко мне, я уже старею. Мне нужно твое присутствие. Между тем, когда обучение было завершено, в действительности, они не такие, как мы с вами. Их разум трансцендентен. Один раз услышав, что говорит Джива Госвамипада, они запомнили на всю жизнь. Но в нашем обществе, если учитель Бхагаватам, например, как Прабхупад, который сам является Бхагаватой, он только Бхагавата может говорить в Бхагаватам. Так вот, если такая личность захочет нас научить Бхагаватам, обучить Бхагаватам, у него займет это огромное количество времени. Но они постигли все шастры за короткий промежуток времени. Затем Джива Госвамипад дал им наставление проповедовать учение Гауранги Махапрабху, Писание Госвами по всему миру. Они взяли книги и на телеге повезли, имеется в виду, на бычьей повозке, на буйволиной повозке.
Шринивасачарья, Наротанда, Стакуру Шьямананда отправились по наставлению Дживы Госвамипада пути проповедовать по в разных частях Индии. Повозка была наполнена книгами. У них был железный ящик. На замок они закрыли его. В ящике были книги. Они, когда они приехали в Банкуру, область Банкуры, книги были похищены разбойниками. Узнав о случившемся, они начали рыдать. Шьямананда начал плакать, Шринивас, Наротан Такур. Они начали молиться, что каково твое, что стоит за этим, какое твое желание, начали взывать Кришне. На самом деле, за этим воровством стоял царь Бирхамбир Раджа. Днем он слушал Бхагаватам и был царем, играл роль царя. А ночью он отправлял своих разбойников воровать. Шринивас Ачарья попросил Наротанда Стакура и Шьямананду: не тратьте свое время. Наш Прабху Джива Госвамипад послал нас проповедовать. Не тратьте свое время. Идите и проповедуйте. Итак, Наротанда Стакура отправился на запад. Шринивас Ачарья отправился в Орису, на юго-запад. А Наротанда Стакура отправился на запад, в Бенгал, Трипура там находится. В ту часть он поехал. И до сих пор люди в Манипуре носят тилаку и воспевают святые имена Гауранги, и это произошло именно по милости Наротанда Стакура. Он проповедовал там. То есть Шьямананда поехал также на проповедь, а Шринивас Ачарья остался в том месте для того, чтобы вернуть похищенные книги. Он узнал, что царь этой местности Бирхамбир слушает Харикатху, и он отправился к нему. Точнее, Шринивас Ачарья начал то есть он пришел туда и начал давать Харикатху. Его стали слушать. Во время... В это время Шринивас Ачарья начал плакать и проявлять бхаву. В общем, когда царь услышал Харикатху Шринивас Ачарья, он был поражен. Он подумал, он так необыкновенно рассказывает Шримад Бхагаватам. Сам царь начал плакать. Ну и в конце концов открылось, что
все эти похищенные сокровища, книги, находились у этого царя. Царь начал просить Шринивасачарья дать ему посвящение. И я посещал это место, где народ, где Шринивасачарья дал посвящение тому царю Бирхамбир Раджа. Это храм Мадана Мохана. И именно Шринивасачарья установил его, установил эти божества. Итак, книги в конце концов были найдены, и благодаря этому на сегодняшний день у нас есть и Сат Сандарбхи, и Брихат Бхагаватамрита, и Бхакти Расамрита Синду. Все это благодаря Шринивасе Ачарью. Таким образом началась массовая проповедь. Как делал Гауранга, он давал энергию, давал силу для проповеди своим преданным. Эти преданные раздавали эту силу другим. Те подхватывали и раздавали эту силу следующему поколению. Вы слышали имя Расикананда Прабху? Это был главный ученик Шьямананды Прабху. Так вот, этот Расикананда даже давал посвящение даже сумасшедшему слону. Этот слон был подослан к Шьямананде, чтобы убить его. Слон был разъярен. Огромный слон шел на Шьямананду, чтобы убить его. На Расикананду. Когда слон шел на него, Расикананда не побежал спасаться. Он просто стоял перед слоном. И когда слон подошел, он сказал: «Ах, эй, как долго ты уже ведешь жизнь сумасшедшего слона? Пойми, кто ты? Садись, я тебе дам харинам!» Слон закричал, сел. Сел, правда, слон сел. И Расикананда дал ему харинам. И с тех пор этот слон стал великим преданным, выдающимся преданным. Он в лесу собирал дрова, приносил на фестивале, для того, чтобы приготовлять просад на фестивале. То есть совершал разные служения. Приносил все необходимое для устройства, для организации фестиваля. Его звали Раму. Когда он оставил тело, была огромная прощальная церемония с ним под Харинаму Санкиртану. То есть прощались с его телом. Langur, you know. Monkey is actually Mother, but Langur is Hanuma. So anyway, so
Итак, Шьямананда дал инициацию Расикананде Прабху, а Расикананда был из богатой семьи землевладельцев, он искал гуру. Но однажды во сне он узнал, что его гуру в действительности сам придет к нему, что не надо ему никуда идти и искать его. Очень скоро его гуру объявится. И звать его будет Шьямананда. И когда Расикананда встретился с Шьямананда, он сразу же понял, кто перед ним. На самом деле, он является, Расикананда Прабху является Кширдакашай Вишну Аватарой. А Шьямананда Канака Манджари. И сейчас я расскажу одну чудесную историю. То есть одно чудо. К Шьямананде Прабху пришло много замечательных учеников. И в свою очередь Расикананде Шьямананда Прабху также дал наставление принимать учеников. Так же, как Прабхупад дал наставление Бону Госвами Махараджу давать посвящение западным преданным. Если они не могут приехать сюда, в Индию, ты давай им сам посвящение, сказал Прабхупад. Прабхупад дал наставление преданным, которые жили в Сарабхоге, одному преданному, его звали Нимананда Прабху, Васами Сарабхог. Вы ничего о нем не знаете, но откуда узнать, нет никакой информации о нем в действительности. Итак, Нимананда Прабху из Сарабхога, Сасама, он получил наставление от Прабхупады. Если какие-то бедные преданные не могут приехать ко мне, я тебе даю наставление, давай им сам харинам. Таким образом, если мой Гурудев или Санта Госвами Махарадж дал мне Кайбарати Госвами Махарадж, Тирха Госвами Махарадж, Бон Баба, Наянананда Баба, дали мне наставление говорить Харикатху Гири Махарадж, так я не могу пренебречь их наставлением. То есть они не просто дали мне это наставление, они дали мне силу, дали, сделали возможным, чтобы я мог говорить Харикатху. Зачем они все сказали мне говорить Харикатху, выполнять служение? Я не знаю, почему. Это чудо какое-то. Но, то есть они дают мне силу, чтобы я мог это делать. Итак, когда Шьямананда Прабху дал наставление Расикананде принимать учеников, он вместе с этим наставлением также дал ему и силу исполнить его. И тот, в свою очередь, дал наставление своему ученику принимать учеников. Шьямананда Прабху, Расикананда Прабху. То есть еще когда Шьямананда присутствовал здесь, у него были уже... То есть, как это, то есть, у Расикананды уже были свои ученики, а у тех учеников были свои ученики. В
паломничестве по Южной Индии Махапрабху раздавал прему харинам. Как вспомните случай с Васудхавипрой, который болел лепрой. В начале Курма-випра он исцелил его, а затем, то есть у него уже все, руки сгнили от лепры, но Махапрабху обнял его и благословил. Тот сказал: «Я хочу пойти с тобой, Махапрабху». А Господь Чайтанья ответил: «Нет, не ходи со мной, иди и проповедуй». Он шел проповедовать, давал харинам, и люди, видя его, начинали петь и танцевать, и становились преданными, а затем сами давали харинам. И так распространялась проповедь, распространялась во всех направлениях. То есть 2 на 2 будет 4, 4 на 4 — 16. Так умножалась проповедь, приумножалась. Но это не для всех. Не каждый может делать так. Итак, Наротам Дас Такур проповедовал в Бангладеше, в Трипуре, в Манипуре. Ашьямананда проповедовал в Миднапуре, повсюду, в Бенгале, Орисе. Если я буду рассказывать вам об этом, вы будете поражены, не поверите, насколько массовая была проповедь. Я получила письмо, вопрос, но думаю, что сейчас я не успею ответить на него. Тем не менее, Прабхупад пишет в Вайшнаваке. Прабхупад не давал нам наставления совершать уединенный баджан. Он не позволял делать это. Хотя с внешней точки зрения сам Прабхупад его совершал. То есть он повторил 100 тысяч святых имен трижды в Начатак Парвати, в Йога Питхе. И еще в одном месте. И Бхактивинод Такур, вы, возможно, не знаете, но он повторял 100 крор святых имен, совершал намаягию. Вы знаете, знали об этом? Откуда вам узнать? Он совершал намаягию. А затем эту джапа-малу, на которую он повторял, он дал Прабхупаде и дал ему наставление. Сейчас я знаю, что ничего не боишься, но тем не менее, в общем, сейчас столько оппозиции кругом. Я тебе говорю, просто бери эту малу и иди и повторяй святое имя. Тем не менее, я могу сказать, что то есть, ни Бхактивинода Такур, ни Прабхупад не поддерживают уединенный баджан. Тем не менее, и я так же, как и они, не поддерживаю, никогда не хотел совершать уединенный баджан. Тем не менее, в моей жизни вы можете знать, что я совершал долгое время уединенный баджан, живя во Врадже. То есть, в действительности, эти вещи нужно примирить, и я объясню, как это сделать в следующий раз. Но, на самом деле, Прабхупад никогда не был за то, чтобы совершать уединенный баджан. То есть, он имеет в виду,
он не поддерживал эту идею. Но как примирить это то, с тем, что он сам совершал уединенный баджан, я объясню в следующий раз. Сегодня Васанта Раса Кришны. Также сегодня Баладева Раса Пурнима. Но у меня не было возможности рассказать об этом. На Говардхане происходит Васанта Раса. Времени на это поговорить об этом не хватило. Помимо всего, сегодня день явления Шьямананда Прабху, Вамшивадананда Прабху, а также день явления Бхарати Махараджа, одного из учеников Шрилы Прабхупады.